Ивановскую мозаику, расположенную на здании детской художественной школы, включили в рейтинг потрясающих и по-настоящему удивительных. Выпускная работа под названием «Искусство принадлежит народу» и еще 8 мозаик в других российских городах попали в рейтинг просветительского проекта «Арзамас». Ивановская мозаика интересна не только из-за потрясающей детализации и возраста ее авторов, но и из-за масштаба. К сожалению, сейчас жители и гости города лишены возможности любоваться этой мозаикой. На данный момент 2/3 декора утрачено. Теперь на здании размещен баннер. На восстановление узоров из смальты требуется не 1 000 000 рублей, а денег таких у школы нет. Мозаика появилась здесь еще в 1971 году, и должного внимания ей не уделяли. Выпускники вот этого года решили вот свою альма-матер каким-то образом отблагодарить. Ну, над входом было такое пустое пространство, и вот они выложили мозаику «Искусство принадлежит народу». Тем самым, в общем-то, она безымянная, это коллективное творчество масс, вот она выложена все-таки профессионалами, а не дилетантами,